16 апреля в Каспийске состоялось возложение цветов у памятника погибших в результате террористического акта 9 мая 2002 года. Данное мероприятие организовано с целью сохранения памяти о трагических событиях того дня. Вот уже 22-й год подряд проводит первенство армейского рукопашного боя по республике Дагестан, посвященное памяти жертвам террористического акта 9 мая 2002 года, который произошел и унес жизни порядка 50 человек. Вскоре после возложения делегация отправилась во дворец спорта имени Али Алиева на открытие турнира по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти теракта 2002 года в городе Каспийск. 22-й год подряд мы проводим именно памяти погибших в результате террористического акта. Сюда приехали 9 сборных команд военных округов. Также хочу отметить, что в данных соревнованиях участвуют 25 спортсменов, участников военной специальной операции. В мероприятии также принял участие заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов и ветераны боевых действий. Отметим, что по итогам данных соревнований победители будут отправлены на чемпионат России по рукопашному бою в Бурятию.